Почему косолапый? Это прозвище надежно закрепилось за медведем, а все от того, что при ходьбе он наступает попеременно на правые и на левые лапы, поэтому со стороны кажется, что медведь косолапит. Но эта медлительность и неуклюжесть обманчива. При возникновении опасной ситуации этот зверь мгновенно опускается в галоп и легко обгоняет человека. Особенность строения передних и задних лап позволяет ему проявлять небывалую прыткость при подъеме в гору. Он покоряет вершины намного быстрее, чем спускается с них. Понадобилось не одно тысячелетие, чтобы сформировалась такая сложная система обитания и жизни этого удивительного животного. В результате бурые медведи обрели способность выживать в местностях, где присутствуют суровые климатические условия. Природа удивительна, и нам остается только восхищаться ее мудростью и непреложным законом, расставляющим все по местам.